Расслабься, руки вытащи из кармана. Такой красивый, ну? Я вот очень боюсь вытаскивать руки из карманов, когда подхожу к картине. Мне всегда очень хочется ее пощупать, и там поковырять пальцем, что-нибудь такое. Это как мне, да. Мне скульптуру. Вот. А здесь есть такое мнение, что живопись, она сродни осязанию, что в этих двух видах восприятия реальности, действительности, есть что-то общее. Вот точно так же, как мы смотрим на какой-то предмет, нам нужно подвигать глазом, чтобы понять, что он из себя представляет, ощупать его глазом. И точно так же мы ощупываем предмет руками. Только зрение – это такая вот идеальная форма ощупывания. И вот живопись Бориса Бомштейна, вот она как раз вот просто руки хочется засунуть как можно глубже в карман, чтобы не начать все это щупать. И поэтому подходишь и просто глазами погружаешься в его поверхность, ощупывая художник. Он же как скульптор, щупая поверхность, он ее создает. И Борис Бомштейн, вот так вот, если погружаться, двигаться как бы руками мысленно за его мазками, ты начинаешь видеть его глазами. Понимаешь, да? То есть вот нащупываешь изнутри, что из себя представляет художник. Не каждый художник это позволяет себе. Многие художники, они любят как-то так все закрашено заподлицо, и вроде так смотришь, ну, нарисовано, похоже, все хорошо. Но нет желания погрузиться в этот мир двумя руками. И, соответственно, глазами и всем сердцем. Борис Бомштейн, он удивительно открытый художник, он просто распахивает свои картины вот, для наших рук, вот, и хочется как бы принять руками своими его живопись в себя. И, соответственно, увидеть его глазами мир. Он это очень хорошо позволяет. И так вот, если начать это щупать, не торопясь глазом, погружаться в его какую-то матовую палитру спокойную, то приходишь к какой-то вот, начинаешь понимать изнутри вот этого большого, сильного, красивого человека. Как бы так вот выстраивать внутри себя его. Вот я когда смотрю на картину и щупаю, я вдруг в какой-то момент представляю себе Борисом. То есть вот как вот он щупал вот это вот все дело. И начинаю чувствовать себя маленьким ребенком, при этом очень большого роста, который ничего не боится и всему радуется. Ну вот, такие как-то... Молодец.